Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про машинки и за зомби. Что ж, давайте улучшим машинку, сделаем ей броню. Хорошо, смотрите, да. И отправляемся в путь. Более-менее мы забронировали машинку. Теперь будет вообще пробивная наша тачка. Полицейская машинка. Патроны уже закончились. Сейчас пробуем прорваться через эту орду зомби. Давай немножечко ускоримся. О! Опля. А, через какой-то завод едем. Ага. Ну смотри, мы уже, в принципе, доехали до того места, где... Ой, блин, бензик закончился. Да ё-моё! Бензик мы еще не можем купить. Мы сейчас давай эту коробку передач купим. Все, поехали. О, нифига ускоряется тачка наша. Вот, хорошо, ускорителей еще много. Сейчас попробуем, посмотрим. Ускоримся максимально, все. Ускоритель закончился, к сожалению. Наш полицейский автомобильчик, все уже. Только на бензине, значит, едем. Будем надеяться, что вообще доедем и нет. Посмотрим. Осталось совсем чуть-чуть доехать. К сожалению, у меня ускорителя здесь нету. Поэтому я не могу ускоряться. Опа! Проехали в туннель. Так, а в туннеле мы еще не были, да, я так помню? Да, не было в туннеле еще. Вот. Все, бензин закончился вот здесь вот. Хорошо. Ничего не можем. А, двигатель. Купим. Все, купили двигатель и едем дальше. Да, собирать деньги теперь намного сложнее и дольше. Все очень дорогое. Ну, только улучшили двигатель. Вот двигатель сейчас посмотрим. Как лучше будем ехать. Все сносим с своих колес. О, давай, давай, ускоряйся, хорошо. Ух ты. Давай, поехали. О, все, ускоритель закончился. Это неудивительно, что закончился ускоритель. О, отлично. Так, а ну-ка, чуть-чуть. Да, чуть-чуть осталось бы, доехали бы. Все. Улучшим сейчас коробку передач. Все, поехали дальше. Едем дальше. Полис кар. Давай, автомобильчик. Езжай. Все крушит. Мы все крушим на своем пути. Все, эти зомбаки летят. Смотри. Вот, все зомбаки полетели. Да, пробивать стали вообще мы мощно. У нас стоит еще крутилка. Ой. Так, а ну-ка, что происходит? О, ускоряемся. Фига, чуть не взорвался. А ну, двигатель у нас нормально все? А, ускоритель закончился у нас. К сожалению. Но бензина, в принципе, много, мы еще можем. Доедем. Ох, нифига, все разлетелось. Опа, так, тут аккуратненько нужно нам. Вот.
Зомбаки стоят, ждут, пока мы их всех их не раздавим. Опа, опачки, смотри. А двигатель что-то загорелся. Во-первых, еще и бензин кончился. Ёлки-моталки. Все. Нет, мы пока можем только двигатель улучшить. Вот. Купим, хорошо. Поехали. Так, ты куда ты вообще намылился, а? Вот так, сейчас мы всех вас раскумарим. Зомбаки. Давай, полицейский автомобильчик наш. Опа, опа, нифига его крутит. Вот, ускоряемся. Ах, ускоритель закончился. Ух ты. Все разрушаем. Сейчас. Ой, сейчас взорвемся всех. Опа, тихо, тихо, тихо. Ой, как-то я странно сюда заехал. Странно, странно. Как мне теперь встать? Тут места нету, ё-моё, застряли, застряли. Ой, ой, застряли, застряли, не могу. Давай как-нибудь в эту сторону, может быть, попробуем. Давай, 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 давай. Все. Ой, застряли в таком месте. Все, 1000. Давай ускорить, нет, ускорить не хочу, надо бензин купить. Ждем тогда. Ждем тогда и еще раз проедем. Проедем карту и купим уже бензин, да. Расширим бензобак. И поедем дальше. Ух ты, нифига, перевернулся. О, аккуратненько. Офигеть. Вот это если по-настоящему вот так вот взрывалась бы машинка, то от машинки бы ничего не осталось. После первого даже взрыва. О, ускоритель закончился, ё-моё. Так, а сейчас я повторю, у нас улучшенный двигатель сейчас в машинке. Но бензобак тот же. Поэтому, скорее всего, видишь, все разлетается. Машинка вся разлетается, это нормально. О, давай, 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 немножко осталось, отлично. Может сейчас доедем, не знаю. Посмотрим. О, да, наверное, доедем. Хоть и бензин закончился. Давай, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Эх, представляешь? Совершенно чуть-чуть не хватило доехать. Так, коробку передач улучшим. И ускоритель купим, да. Нормально, в принципе. Чуть-чуть не доехали, хорошо. Сейчас попробуем. Мне интересно, сейчас доедем или нет. Офигеть. Патроны кончились. Ускорителей у нас много. Только видишь, ускоритель нужно в правильных местах использовать. Не просто так. Давай, 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 ускоряйся, машинка. Ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Все. Приехали. Да. Давай ускорить еще один тут. Все. Аккуратненько надо ехать. Видишь, там столько подводных камней. О. Ускорителя у нас. Ну, сейчас мы сделаем, знаешь что, наверное, все-таки подкопим, купим бензобак. Потому что, видишь, тяжело доехать. Бензина не хватает там совершенно чуть-чуть. Угу. Ну, нормально, прям все ровно заехал, залетел прям. О.
Отлично. О, вот у нас это все мешает. И скорость замедляет вот эти все зомбаки. Надо будет автомат еще купить. Так, бензин еще есть, но уже заканчивается. О, нет, смотри, мне не хватает мощи. Вот, все, проехали, хорошо. Так, смотрим. О, давай, 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 осталось чуть-чуть совершенно. Опа, доехали. Все, доехали. Здорово, дорогие друзья, поздравляю. Пройдена контрольная точка. Как-то странно мы едем какими-то кругами. Давай проедем, посмотрим, что у нас здесь интересно будет. Так, посмотрим. Ух ты. Мы прям в этом какого? Да, на заводе. Эта карта, смело можно эту карту назвать завод. О. Прям мы так высоко поднимаемся, зачем это интересно? Нифига. Нифига себе. Давай, давай, поднимайся. Опачки. Посмотрим, докуда мы сможем долететь. О, долететь, говорю, доехать. Опа! Смотри, еще одна сейчас зарется. Опачки. Вот. Уже движок начал дыметь. Дымит дым уже. Белый такой, как будто пар. Опа, ой-ой-ой, бензин закончился. Так, хорошо, в этом месте заканчивается бензин. Я хочу купить еще вот такие колеса. Вот, максимальные колеса. И еще я хочу купить автомат. Хорошо, еще раз съездим, посмотрим. У нас 20 патронов. Вау-вау-вау-вау-вау. А ну, аккуратно. О! Ух, нифига, снесло крышу нафиг. Так, ускоритель закончился. Че его жмут-то? Да, сейчас, наверное, скорее всего, закончится бензин, да и все. Ну. Доехали, конечно, мы. О, все, бензин закончился, прямо именно в этом месте. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.